Первая в мире женщина-космонавт Валентина Терешкова рассказала о своем желании еще раз побывать в космосе. «Мне бы еще разок, и я бы успокоилась», — сказала Терешкова. 16 июня исполнилось 55 лет со дня полета первой женщины в космос. Генеральный директор госкорпорации «Роскосмос» Дмитрий Рогозин также поздравил Терешкову и подарил ей картину «Чайка в космосе». Космический корабль «Восток-6» с Валентиной Терешковой, у которой был позывной «Чика», стартовал в 9:29. В полете она провела двое суток 22 часа 50 минут.